Вообще подростковый возраст – это очень сложный период в жизни ребенка. Вот. И это взаимоотношения со сверстниками, это взаимоотношения, наверное, с родителями прежде всего. Вот. И он у меня тоже был непростой. Вот. И когда я уже выросла, я подумала, что, наверное, если бы в моей жизни был психолог, который вот мне попался на моем пути непростом, вот, взросления, мне, наверное, было бы проще в моей жизни какие-то переживания проживать, какие-то трудности. Клиенты бывают очень разные, и, как правило, они приходят с большой тревогой и с большим страхом, потому что нужно рассказывать о каких-то своих личных неприятных моментах в жизни. Вот, и важное, наверное, услышать человека, и чтобы он увидел, что его слышат, понимают. И вот каким-то, вот так вот постепенно выстраивается контакт. Без семьи невозможно вообще никаких изменений. Обязательно. Родители должны участвовать в этом. Обязательно должны тоже что-то понимать и предпринимать при этом, чтобы были какие-то изменения в ребенке.